Всем привет, с вами Прия. В текущий момент очень сильно в нашу жизнь влились локалочки, очень сильно влились дейлики с недавнего времени, то есть на Джатаре там какие-то иногда появляются. Впрочем, это контент весьма интересный и такой немного забавляющий. Есть локалочки легкие с дейликами, есть не особо такие легкие. К примеру, вчера, увидев какие-то впервые локальные задания, очень много резонанса было у людей насчет выполнения этих заданий. Увидев их впервые, мне, конечно, было немножко сложно. Но, в принципе, я нашел для них некоторое решение. Какие-то решения связаны с большим игровым опытом, какие-то решения связаны просто-напросто с использованием игровой механики. В общем, это весьма интересно, и два коротких клипа, которые сейчас будут перед вами, это все продемонстрируют. Приятного вам просмотра, наслаждайтесь, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого. Короче, это так делается. Ну, серьезно, типа, ну если ты можешь юзать, то ты можешь юзать глайдер. Ну, why not? Дайте мне время. В ходе выполнения данного локального задания нужно было 5 желтых рун поставить в ряд. Условия разные при разных абсолютно локалках. Вот хорошая, кстати, комба, если бы тут был желтый. Да. Выебал систему.